Всем привет, с вами Сержей ТВ. Сегодня мы смотрим Band Made Domination. Ну давайте. Снова у нас азиатская группа. Надеюсь, будет круто. Так. Сейчас лучше для лучшего эффекта уберу наушник. А то как вот с одним наушником как-то не очень. Вот это как бы более привычный для меня рэп. Вот по телевизору я такое видел, такой рэп. Что-то знакомое такое слышал. Похоже на Band Made. Сейчас я видел то, что какая-то карта мира была, да, World Map. То, что от Голливуда до... Так, от чего там они? От Голливуда до... От чего? От... Так. А, с Японии до Голливуда около 10 часов, 10 минут, 10 минут, да, лететь на самолете. Они полетят в Голливуд покорять, да? Голливуд, мечты зовут. Это просто круто, не знаю. Мне еще нравится, знаете, это как вот такой рэп. Ну, Металлика классно тоже. Вот чем-то, не знаю, чем-то маленько на Металлику похоже. Да я уже с вами поздоровался, хватит hello говорить. Hello. Не, классно. И как бы голос такой нерезкий, вроде бы такой нормально, знаете, вот слушаешь. И как бы, ну, нормально. Нет такого, ничего такого. Как бы какого-то такого, ну, вы поняли, да. То, что ты не ожидаешь, такого, ой, что за голос такой резкий такой, да. А тут вроде бы нормальный голос, да, такой нерезкий. Более привычный, вообще стилистика такая, на Америку похожа, да. Еще раз повторюсь уже какой раз то, что они, мне кажется, ничем не уступают американцам. Да.
hello. Ой, что-то так резко закончилось. А что, все что ли? Как? Так несправедливо. Я еще не до... еще... Не надо еще... Блин, да как так? Почему так быстро-то? Ну, мне вообще понравилось. Band Made. Круто. Вот сколько же таких групп классных, да? Я вообще раньше о таких группах не знал. Band Made я не знал. Stray Kids не знал. Этих. Кого же... Baby Metal не знал. Love Bites не знал. Вот это... Немофила. Ханабаи. Ханабаи. Вот это... Вообще, впервые все. Спасибо, что смотрите и как бы это меня в правильное русло. То, что эта музыка, как бы, не знал, но мне она нравится. Вот честно, вот я не вру. Как бы, если вы думаете то, что, ой, он там это так специально говорит, чтобы людям понравиться. Нет. Тут так, так мощно вообще. И мне припев запомнился. Hello, 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 hello. Классно, и они и показывают, как будто они весь мир завоевывают, да, своей популярностью, вот это, своим роком, своей мощью, да, как бы, сначала в Голливуд полетели, а потом, когда они в Голливуде стали популярными, не знаю, и по всему миру стали вот так, как это, короче, ну, как вы поняли, они стали популярными по всему миру, разлетелись, их популярность везде. Ну, припев классный в этой песне. Такой простой. Мне понравился припев. Лайк поставлю. Припев классный. И как бы гитаристки вообще. Вот смотришь, вот смотрите. Сейчас покажу. Смотрите, они просто, когда играют на своих инструментах, то есть на гитарах, они вообще отрываются, они как будто любят свое дело, да? И как бы вот это круто же, да? Если ты любишь свое дело, а не ради денег поешь. Ну это вообще классно. И смотрите, как они. Просто вот так. Не. Молодцы, что могут только сказать. Только похвалить можно. То, что... Главное собой заняться, да, и можно хоть кем стать. Даже бы, если бы я, ну, занялся бы рок-музыкой, ну, и, мне кажется, бы я никем не стал, потому что, как бы, я не умею играть на инструментах. Мне нравится рок, я вот слушаю сейчас, мне нравится слушать его, но я бы сам бы не смог, я не умею играть на инструментах. Мне бы не было бы к этой тяги к этому, а вот слушать мне нравится. Одно слушать, одно делать, да? Ладно, ребят, с вами был CJ TV. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите новые видеоролики от меня. Сегодня еще одна реакция выйдет. Там будет Baby Metal, вот так, да. Раскрою вам секретик. Baby Metal. Ладно, ребят, всем пока. С Новым годом, ребят. Happy New Year.